Кончай свою! Выманите их сюда, и мы вам поможем. Каспер, обмен на грудь. Так, сейчас, где у меня ров? Госпожа админ. Я же говорю, ролл кину. Ага, нет. Войд. Админ. Станьте чуть-чуть ближе к лестнице. Че там еще шмот? И брентроль. А чё, тут челы на офспе кроют? А нахуя брентроль на ПВЕ? Да, понял. Там... Ну что, что ДКшки на ПВП могут ролить? Ну это я считаю, что это ПВП. Ну да. Я на танк. Что на танка? Так, госпожа и Ноафуми. Рульте. Госпожа админ. Так. Все? Да, остальное там 30 минут, 40 минут. Еще, наверное, леди перед Валькой еще леди разролю. Так, в Дискорде тишина. Хоть не сотрудните, пожалуйста. Милик из повелительницы льда, аккуратно. Начнет кастовать, дайте мастер на лед. Если сильно проседаете, то просто отойдите. Другую бейте. Лучше носитель смерти. Правую бейте, милики.
РДД по левой. Ну что там, танки? Давайте, вперед. Охотницы развернули. Кто из нас может называться чемпионом? РДД по левой лучнице сыграли. Мелики, когда кастуют ШВ, отбежали. Кто умер, стал бегите. У нас комбат, мы никак вас не реснем. БР тратить не будем. Меня слышно? Да. Хорошо. Иннер, пожалуйста, по престу. Вот кинь по приколюшечке. Жрец, пятая пати. Плохими гимном оно прокастуй, пожалуйста, если не когда. Вальки в комнату никто не заходит. Уже все тут. Это Валькира. Я про Вальку говорю. Мы его залили. Это был гайд, как ставить ровно Вальку. Идеально ровно, что ли? Ну почти. Плюс-минус миллиметр. Ты про что, друг? Про пиво? Какое пиво? А.
как там говорится, толпа — это народ, живущий по преданию, рассуждающий по авторитету, да? Платформы никто не всходит. Вот он, линия, так сказать. Хапал, ты умеешь хилить Литрию? Ты знаешь, как ее хилить? Конечно, умею. Это, будет рыба? Черепаха или там что-нибудь? Да-да, пускай Лок там поменяет доспех. Лок? Не черепаха? Грабика поставь, все лучше. Профитнее. Так, крабика нет. Если крабика есть, нету. Я забыл про него. Демон поставил. Поэтому я и говорю, пускай демон поставит доспех. Демонический вроде бы он называется. Да стоп, чё, Пал? Если в детстве есть, можно в детстве как... Ну, в общем, как тебе комфортно. Пал, я тогда демона дам. У Наоми есть крабик. Духов крабик-то отдавать или Вальку? Как это работает? Частицу в Элитрию ты хилишь через таргет, условно через крабика, либо через демона, который поставил доспех. Да я знаю, как это работает, не спрашиваю. Пал, в кого мне давать дух? В Вальку или в крабика? А, подожди. В этого, не в крабика. Крабика нет, у нас лог бегает. Ну, нет, вот крабик он. Есть. У него да есть же крабик, он сказал. А, есть? А, все. Вселение магии. Крабика, да, тогда даю? Да, сейчас, блядь, поставьте на метку на этого ебаного крабика. Хант, отбеги, я не могу его выбрать. Так, я кольцо на ролл выставил. Наоми, выбеги из рейда. Отбегите с крабом, я не могу его выбрать. Нахуй тебе кольцо с духом, маг, ну ты заебал. Все. Короче, прист, как это? Мак. Под 2 литры поставь. Да куда-нибудь в центр поставь. Под 2 литры, типа, ебало. Не, не под 2 литры, где-нибудь вот здесь поставь. Мне интересно, что Мак скажет. Нахуй тебе, Мак, кольцо с гудухом, ты чё, рофли, что ли, блядь? Толгородская и отсюда. А чё, ролик чё-то, да? Ребят, я объявил ему, и по сути оно ему идет. Так что я не имею права по правам сервиса ему не отдать. Если Мак фаер, то ему кольцо заходит, а так он не может. On fire. А он фаер. Ну а тогда все уже забудьте. Не найти. Друид. Что-то маг-то нихуя не фаер, ебать. Фаер. Там какой за голджи фаер. Фаер, он фаер, все. Ну в любом случае, это хуйня, ты нормально этим забираешь у хила. Который ты меняешь на топовый айтем из Толгорода и отсюда. Ну ты полная хуйня так ролить на будущее. Ой, блять, не-не-не, сори, мне Мак, дай мне капу хулипал. Толгородская хуйня, это тоже хуйня ваша. Ась, давайте по хулипалу. По хулипалу даст танкую за голд. Том Аспер по лихтку. И мультя по пинке. Друид, всё. Мы втроём похилим. Друид, крест обмен. Так, тут я коту дам СС. А, второй лог кинь по претенденту и либо по дереву. Скорее по дереву. Чек на баф на готовность. И начинаем. Вот так, а, лич. Че, пуля? Все, все, пуляем. Алхимик, свечки перспективы слева будешь сбивать. Слева бежит уже моб парня. Так, Пуджей, пожалуйста, постарайтесь ловить более ближе. Подавители вышли. Пинки тоже хил в литре. Втроем полетаем. Быстро друид и хаприс на рейде. Быстрее захилим.
Так, банка, переходи в левую часть. А, Войт оставался. А, поставь поближе краба чуть-чуть. Милики под от Волдырного отбегайте. Не лутайте, пожалуйста, личный уран. И подожди, Хапала. Куда ты полетел? На Рестер Шамане, куда ты полетел? Хапал. Главное, обновляйте. Подавление вышло с правой стороны. Главное, стаки не потеряйте. Если там на 1-2 полета больше сделаете, ничего страшного. Больше на шамане не летает, блять, так пиздец. Зачем все летают? Быстрее за хилем. Не знаю, что его удивляет. Женя. Свечка слева. Хапала убили. Нахуй все вошли? Нахуй туда залетали все, блядь. Вот БР паладину, и ему же сразу инер. Просто, чтобы вот этого крика не было, надо на хилов на трехметку поставить, и кто-то за одной меткой, чтобы все хилы летали. Дали ему бафы. Каску, лапу, Риста. Подавление вышло слева. Хилы, вот вам. На хули лайте, на хули пали. Метка. Старайтесь вместе. С правой стороны волдырный, милики до 20% добили, вот бежали. Погрому. Шакл. Эрольд, хорошо. Нехорошо, но хорошо. Ребят, Владина, на них работает гнев. Может, их станет. Подавители. Да тиннер по приколюшке, пятая пати приз. Претендент, дай ему минут. Свечка. Приготовились дать АУЕ и стан под Джо. Хилы, как у вас по стакам там? Варпа, хули лайту, кинь бдилку. Подавление вышло. БР демона. А лучше паладина. Кого достанешь, того БР. Вупс. Вин упс. Ребята, факел ваш ушел, любимый. Давайте, убиваем. Красавцы. Милик, от Волдырного сами убегайте, пожалуйста. Оставили ему 20-30% хп и отбежали. ПВДшники добьют его. Блять, опять Пал умер. У вас кто-нибудь еще из хилов со стаками? У меня 50 стаков. Шаман? Нет, мы сказали не питать, я не... Ну, кого 50 стаков? Скажешь, когда тебе герой дают? Свечка справа, парня. Так, у кого БР не в КД, дайте обратно в паладина.
Веснули хпала. Поймайте его. Дайте ему баф. Зайди в портал. И лети с левой стороны. Там есть стаки. Какой портал? Портал вообще нет. А, они уже пропали, ладно. Свечка справа. Подавление. После подавления и свечки ШП дай гимноману и лич поставишь, что там. Пинки поставит, полетает. А, пинки, точно. Переколюшечка собаку вызовешь, если нужно будет. Давай после этих дадим геру закинуть. На гимн еще есть. Когда будет давать геру, тогда гимн хп еще бить. Не расслабляйтесь. Первые милики добили. Дали гимн на хп. Сундук. К сундуку не подходите. Блять, шакал, что-нибудь дайте ему. Добрица? Да. Бля, то хильте, парни, там осталась хуйня. Хилов тоже осталась хуйня, то есть ноль. Бинтами ее ебать. Я открыла портал в изумрудный сон. Нет, тут берса. Ай, все. Добро, ты выходишь и тут же получаешь ебучку. Как ты, как себя снять, объясни мне. И почему-то ты один только дохнешь, никто больше не дохнет. Он паладин очень сильно... Ты думаешь, я такой нахуй прошел целка, давай, ни разу не сдох. И тут такой затупил нахуй, у меня мозг нахуй включился, я такой давай... Не будь, что ты проходил все-таки. Единственное, что он мог сделать, это побежать от волдырного зомби. А милики, ну миликов 10 штук у рейди и 10 РДД, они могли замедлить этого зомби или убить быстрее. Какой вывод? Короче, ребят, сделать? Встали. Трешку его. Кто еще не встал, лежите. Ну, вы так пиздец проседаете, я шаклить точно не успеваю, хилю только. Думаю, столько шпешка пошакать. А у вас нас сколько ретри паладинов? У вас гнев есть. Надо просто его убить надо... его быстро и все, и вот этой хуйтой не заниматься. Не ждать, когда он там поставать начнет, а убить его, блядь. Посмотри, там тебя просят, что там с корабля осталось. С кораблей счет Алтора, кольцо и сапоги? Да. 20 минут. Бой был меньше сейчас. 8 минут. Учитывая то, что два раза половина. Что, сейчас втроем летать будем? Потому что без метки я хуже, я не разглядел, где там будет. Ну лучше втроем. Я не знаю, кто поведет за собой из летунов? Кто хочет вот... повести за собой людей. А, такой все. Вопрос. У паладинов еще нету холи спека? Есть ПВПшный 57 с собой. Один хуй летает. Это кто говорит? Не надо выдумывать велосипед, вы просто сделаете. Не, но он Кирилл, хотя бы так же на рейде может посидеть и все. Да не только на рейде. И если не так, быстрее. Ну, у меня только что крашнуло, я хуй знает. Вдруг сейчас опять что-то затупит. Да, ребят, на будущее. Нет. По поводу МК на хилов. Они как только прыгают в портал, с них МК слетает. Как только они выходят из портала, они должны об этом сообщать. И МК надо в этот момент обновлять. Я как бы пытаюсь на пале обновлять, но извините меня, он выходит с порталов не всегда на этой стороне.
А бегать его по всей поляне там искать, это все еще удовольствие. Ну, вначале ты можешь не кидать, можешь вначале кинуть, и потом последующие пару порталов можешь не кидать, можешь на кого-нибудь другого закинуть. А как у него будет там 20 плюс 20-30 стаков, тогда уже обновляй. Просто пусть хочешь обновляй, хочешь не обновляй, это не так критично. Не, не проблема. Просто пусть сообщает и все. Они же выходят всей толпой, правильно? И заходят туда всей толпой. Мне же не проблема обновить. Он у меня в запоминании стоит. Че, может быть уже чек? Да погнали. Приколюшка. Лок. Кастани камень. Вот, как КД пройдет, повесишь его на дерево. Пятого пати. Подавление слева, справа, парни. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Не уводи без потрапа, прошу тебя большого, блядь. Подавитель. Вот Иннер полечу. Я летаю, мне не надо же. Все хорошо. Тут Иннер лучше на приста оставить. Да-да-да. Да, червей убейте, пожалуйста. Слева свечка. Замечательно, станы в мобов прилетают, все шикарно. Банка. Подавители убили. Банка, пуджа как добивают, а у я станки дай, чтобы червики не разбегались. По возможности замедляйте их. Чего вы свечка. Первей сначала добили. Как у вас по стакам там? 28. Вот по присту, при колюшке. Блять, да он еще и далеко вылетает. Подавление вышло. Забрали подавление, потом Куджа убили. Под Берни и своей группы паладинов. Огонь спал. И он почему-то стоит там, как пидор. Там, кто может, сбейте. Дайте массы. Бейте этого ебаного гуся. Давайте Гера. Гера, да? На 4% хп вальки Геру надо было заебись. Нет, рано дали, надо было попозже.
99% плюс-минус. Е, бой, кольцо еще упало. Вот когда сундук появился, надо Геру давать. Вот сейчас давайте Геру. Еще одну. Че, город ролл? Кольцо хрен. Не, я дождусь, вот пока вот эти 2 часа будут, потом в развале. А, все, хорошо, ну, понял. 0 ДС, класс. Ребят, кто на полу разбросал докторскую колбасу? Это личинки. Так, ну я думаю, мои понимают, что я буду анролить. Ты тапки себе бери, да и все. Сразу. ГЦ. Да понятно, Женек, только там уже, блядь, 94% какой-то. Винупс, обмен, звезда. Ну что ж, Винупс, хуй с ним. Меняй теперь сокеты на нормальные в этих тапках. Это вы видели, какие мы? Давай голду. Какой голду? Ну, началось, блядь. Открывай рот шире. А в поясе видел? Ну там еще ладно. Пояс видел. Бля, в ахуе, просто ноль вещей нахуй упало, ноль. Две пенички нахуй, охуенно. Как ноль? Ты мог это самое... что-то забрать. Ткань с меткой. Туп не спиздить. Да нихуя ничего не упало. Туп не мог, блядь, сказать, ну поменяй, блядь, нихуя, да, к себе, давай сюда, стопни. О, чего ты, блядь. Мышка, как за кольцо, блядь, обиделся парень. Ты мне говоришь? Нет, воздуху говорю. 1-13. Блядь, я же вменяем, и нахуй мне эти счеты на приста. Да не в счеты, я говорю про друида, блядь. Не, ну ребят, вы что-то эпичное рулите. Чё ты самая голимая тринька, блядь, сука. Обмен, блядь. Без наручи я получил, давай. Токен, разбойник, ДК, маг. Фукин. Чё вы ролик? Никто же из вас 110 не носит. Да, они что-то хотят, блядь. Аспер носит. Так, аспер обмен. Кто там квакает? Алхимик. Группа вот так и квакает. Ну давай, Кенки. И на офф спид можно? Да, да. Раз никто не ролит на мейн, то на офф ролить. Вара может тоже все забрать. О, когда да. Нужен ролл, блядь, он не там вообще. Тоже очень вкусное колечко. 12, блядь. Хм. Да ну никому не надо. 1, 13, 12. У Лиды сегодня хорошее настроение, блядь. Забирает. О, Лид хороший, красавчик.
Готов, готов. Запри колечко. Если, по-моему, ну никому, да, роль типа офа. Так. Я вижу, что госпожа по мейну ролит. Остальные идут на оф. Уже был хорош. Обмен. Если я не ошибаюсь, у друида есть этот запы, которые кожаные такие же. У него 251. Могу ошибаться. А? У него 251. У друид кидай обмен. Это ткань. Алло. У них есть кожаные. Точно такие же. А, линканите, пожалуйста, кожаную. Ну, если это обговорено не было, это же надо скрипт предоставлять с правилами разрола. Да, и не было. Не было. Договаривайтесь с друидом. Поэтому я тебя спрашивал вначале. Ебать себе магу с духом нахуй запа отдай друиду, ебаный в рот. У этого мага фаер для духа это равно крит. Тебе уже три раза. Забей. Тут не было правил никаких обговорено. Одеть может? Заебись ему идет, все, он сролил. Ребят, это не та вещь, за которую стоит ругаться, вот эти запы. Это да. Угу, ролл. Давай, Пинки, жги. Ну, конечно, хорош. Топовый энфона появился новый бы. Пинки обмен на искуситель. Три, два, один. Никому не надо, но ролл. Ой, налф. А вон пинки. Пинки обмен. На шаму заебись, да? Пинки не то. Бля. Без кольца проебано. Здесь на косарь ДПС теперь подрастет. Самое обидное, когда, блин, один перероливает тебя. Самое обидное, когда тебя ждете, сука, какой-то находится чувак, который накидывает 100. Госпожа обмен. Ребят, там продажи и так далее, в личку уже общайтесь. И приятный пояс. Очень приятно.
Мурдока тканевого не было с духом и критом? Его, кажется, разваливали. Серьезно? Название какое? Блин, да я не помню, там где-то в начале панк. Асперт, обмен. ЭГЦ. Правда, крит костовый быть, это приятнее было. Ну да ладно. Так, всем спасибо. Ну, ребят, это пугарейд. Тут очевидно, что кто-то будет что-то забирать. Не-не-не, я себе забрал ее. Я себе ее взял, вот. Если нужна это, то давай. Так. Возможно, завтра еще один рейд соберу. У меня уже 5 персов КД, блять.